Теперь надо сделать желтые кристаллы. Вот они, наконец-то. Теперь надо вернуть домик. Вот он. А, что это было? Надо поскорее найти ту кошку, которая взяла откуда-то кристаллы и продала их мне. Надо вначале узнать, где она живет, а потом уже рассказать ей все и обо всем. Надо торопиться. А? Ты сделала желтые кристаллы? А? Откуда ты это знаешь? Но я же не глупая. Вот тебе и фиолетовые. Надо найти третью кошку. Она живет в другом городе. Поехали за ней.